Как по мнению Алексея Ильича, одежда влияет на душу человека? Диана, Новороссийск. Надо его спросить. Интересно. Я его спрошу, как он мыслит, да, об этих вещах. Но я думаю, пусть Диана оденется в какие-нибудь, знаете, так, как одеваются бомжи. Вот. Ну, известные. И пусть попробует пойти в город, как она себя будет чувствовать. И увидит, как одежда меняет наше поведение, наше самочувствие даже меняет. Или напротив, оденется прям-таки, знаете, шик. И как здесь она будет себя чувствовать, наша Диана. Вот, это одна сторона. Вторая сторона, конечно, речь идет о, я бы сказал, о нравственности. Вы обратите внимание, что сейчас идет целеустремленная политика, идущая с Запада, развратить нас, чтобы мы потеряли совесть, потеряли, точнее, стыд. А там, где нет стыда, там не будет и совести. Это закон. Это прекрасно знают. И поэтому стараются сейчас ввести такие формы одежды, которые, так сказать, ну, граничат уже, а подчас уже и выходят за границы того, что именуется элементарной стыдливостью. Вот. Это в этом плане, да, одежда имеет большое значение. Без стыдной одежды можно себя совершенно распустить и развратить, и, к сожалению, погубить себя. Знаете, когда женщина начинает себя раздевать, она должна понять, кого она этим привлекает. Животных. Когда напротив одевается достаточно прилично строго, она может привлечь к себе человека. Так вот и смотрите, кого вы хотите привлечь к себе, за кого хотите выйти замуж, за животного или за человека. Но учтите, что ваша одежда сыграет в этом отношении очень большую роль. Пожалуйста, выбирайте.